Так, всем добрый день. Сегодня у нас распаковка мышки Logitech M705 Martin. То есть раньше была точно такая же мышка. Очень удобная. То есть могу ее показать. То есть можно было на двух батарейках типа А, два. То есть в течение 3 лет ее использовать. То есть достаточно удобно, функционально. То есть здесь 2 батарейки, как я говорил, типа А. Дальше приемник, который вставляется непосредственно в ноутбук либо компьютер. Ну и включаем, выключаем, то есть мышка работает. Единственное, с 11 года она усиленной эксплуатации. Ну и есть у них больные места, это вот колесико со временем, то есть вот отходит резинка, может отойти. Так, и проблема вот с этой клавишей, то есть со временем. Ну вот у меня где-то последний год начала хандрить эта вот кнопочка. Единственное, можно, конечно, ее вскрыть и поменять кнопочку. Но решили обновить данный девайс на новый. То есть вот упаковка вставляется в таком варианте, в таком блистере. То есть здесь есть полностью мышка, дальше приемник, ноутбук, дальше 2 батарейки. Ну, раньше они вкладывали тоже Duracell, сейчас уже попроще. Ну и документация. Так, ну и давайте вскроем, посмотрим, что там находится. Так, непосредственно сама мышка. Так, ну и 2 аккумулятора. То есть также приемник, лазерная мышка. То есть здесь немножко изменили конструкцию. Прорезиненной поверхности, то есть остались под винты, которые там находятся. Немножко изменился приемник. Так, ну а все остальное осталось без изменения, ну и за исключением только логотипа. То есть раньше был стандартный логотип их, сейчас просто наименование компании. Точно так же, то есть здесь включение-включение, то есть быстрое вращение, так и с задержкой, чтобы прокрутить несколько страниц сразу же. Дальше есть справа клавиши, вперед-назад, при перелистывании, например, страниц, браузера и так далее. Так, ну и все остальное. А, еще вот здесь вот. А, убрали. Здесь вот еще была клавиша. То есть отсюда убрали клавишу. Ну и точно так же можно было колесиками вправо-влево осуществлять кнопки. Так, ну достаточно удобная. То есть на самом деле держит 3 года заряд, то есть сигнализирует. Сейчас мы это уберем. То есть вот такая вот мышка. Ну и пластик немножко изменился.
То есть был раньше темный, сейчас серый стал. Так, здесь прорезиненные поверхности на ней. Так, ну и также включение-выключение. Давайте посмотрим. Возьму эти пока. Так, ну и вот загорается. То есть удобно ходит, удобно в руке. Все удобно фиксируется, нажимается. Да, еще внутри находится инструкция. На нескольких языках. Так, ну и есть на русском. Непосредственно. Здесь вот. Так, ну и вот такая вот мышка. Кстати, сейчас они тоже, оказывается, вкладывают Duracell. Только здесь поменьше написано, то есть OEM-версия. То есть специально делают для Logitech, похоже, данная компания Duracell. То есть немножко дизайн отличается. Так, ну давайте посмотрим, как это все действует непосредственно внутри компьютера. Что там за программное обеспечение и так далее. Итак, смотрим. Так, ну и давайте рассмотрим, что из себя представляла программа настройки для мышки 2011 года. То есть вот мы открыли, то есть здесь также можно было настроить различные кнопки. Дальше курсор. Дальше вкладочка настройки игры. Дальше здесь добавление устройств. Вот показано, сколько дней еще может работать две батарейки, которые непосредственно сейчас вставлены в мышку. Ну и подключать устройство. Так, и инструменты. То есть сейчас под новую мышку новое программное обеспечение. Так, ну и здесь еще один вариант. То есть в новой мышке отсутствует нижняя кнопка, как я говорил. Ну и благодаря этой кнопке, например, можно осуществлять следующие действия. То есть сейчас нижней кнопки у основания нету, остались только верхние кнопки на месте, ну и боковые. Вот такое вот программное обеспечение раньше было для мышки, которая была произведена в 2011 году. Итак, давайте рассмотрим программное обеспечение для мышки Logitech M705. То есть есть вот старое программное обеспечение, стандартное. Но как видим, то есть настройка мыши здесь не поддерживается, поддерживается только так называемый инструментарий
внешний. Ну, подключение приемника, который подключается непосредственно к ноутбуку либо компьютеру. Ну и следующая информация. На старой мышке здесь появлялись настройки непосредственно мыши. Так, ну а сейчас новое программное обеспечение, которое называется Logitech Option. Так, вот оно появилось. Ну и здесь можем наблюдать, то есть программное обеспечение по настройке. Ну и что здесь можно сделать? То есть можно задать, во-первых, различные параметры, то есть назначить кнопку с различными вариантами. Вот сейчас, кстати, работает простая прокрутка. А если я нажму кнопку, то есть вот это вот бесконечная, то есть быстрая прокрутка. Все обратно вернул, то есть с определенным шагом пролистывает страницы. То есть здесь средняя кнопка тоже можно задать различные параметры. То есть, ну, как обычно, то есть любая мышка имеет свое программное обеспечение по настройке клавиш. Ну и вот эти все мы рассмотрели. То есть также здесь показывает уровень заряда, ну и источник. То есть, ну и можно при помощи приемника добавить до 6 устройств. То есть вот такое программное обеспечение. Да, ну конечно, я рекомендую эту мышку в основном для офисных работ. В частности, в CAD-системах и так далее. Достаточно удобная. Единственное, сделано для правшей. То есть для левшей нету варианта. Так, ну и вот здесь вот показаны различные свойства. То есть достаточно удобная мышка. То есть предыдущая версия у меня проработала с 2011 года. То есть, ну и в 2018 году начались проблемы вот с правой клавишей и с колесиком прокрутки. Имеется в виду с резиновой вставкой. То есть она начала вываливаться, ну и тормозить эту прокрутку. Так, ну и давайте рассмотрим на простом примере, как можно использовать мышку. Ну вот в данном варианте у нас открыт страничка в браузере. То есть сейчас мы идем при помощи ограничителя. То есть нажали кнопочку и перемещается у нас очень быстро до конца. То есть снова ограничитель включили и идет ограничение. Нажимаем левую клавишу, то есть перешли на другую страницу. Правую клавишу, нажали центральную часть, то есть можно осуществлять четырехстороннее передвижение. Так, ну и нажали боковую клавишу назад, вернулись назад. И нажали боковую клавишу вернуться вперед, вернулись вперед. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.